Всем привет, друзья! Продолжаем играть в Sonic Forces. Привет! Я здесь все еще. Мы победили босса, которого зовут. Да. В перерыве между записью эпизодов мы с Анютой обсуждали, как зовут босса. Ну и Анюта говорит, задок. Я говорю, да, задок победили. Так, миссия пройдена, этап 5 завершен. Ой, чё это? Награда за завершение миссии. Какой-то новый пистолет, а? Или костюм? Шапки. Шапки гопников, ботинки, чехол какой-то. А, это шкурки опять. Так, играет Анюта, да. That sound again. Whoa, it's not time for thinking, it's time for running. О, Соник. Соник хорош в раннинг. В беге Соник неплох, я с тобой соглашусь. Этап 6, яйцо смерти, вход в яйцо. А мы войдем в... Попробуй поменять виспан. Аватара. Виспан. Или виспон. Наверное, виспон. Ты можешь менять свой виспон. Да, вот это то, действительно новое было оружие. Со скоростью молнии, такое... вблизи колец и врагов. С помощью треугольника атакуют молниями, да. Ну, короче, меняем мы. Конечно, надо попробовать надо посмотреть. Надо новинки. Вот эта жабочка, смотри. А, это бандана. На пирата похож. Ну, ботинки новые, не айс. А костюм? Ну, так лучше. Термобелье с готик. Как скажешь, Аню. Все супер. Окей. Теперь идем вход в яйцо. Пора разделаться с этим яйцом. Сколько можно быть злым-то? Наконец-то дают нам поиграть за Соника. Давай, ран. Ты же говоришь, Соник красавчик. Я не умею ему ран. Это Соник, не я. Соник хороший. В ран. Крестик, есть. Да, вот этих хоменных атак обалденные. Ой-ой-ой-ой, чё происходит? А, всё нормально. Вау, это было резкие кубоиды. Ой-ой-ой. I don't do well in tight spaces. I'll pay back Eggman. Так, что делать? Налево попробуй. На, да, вот на кубики эти. Ой. Дайте мне кольцо. Кольцо всевластия. Мне нужно победить яйцо, дайте мне кольцо. Ой! Налево возьми кольцо. Возьми кольцо. Где мое кольцо? Влево. Есть кольца собраны. Ну, думаю, Тайнин-то справляется тут на ура. Ну, такое. Нашу астероиды на пути. Астероиды? Астероиды! Астероиды. Я думал, ты лишь съел астероиды, так? Ты можешь выполнить притоп. Два притопа, три притопа. Нажав кружок во время прыжка. Сейчас притопнем. Ой-ой-ой! Чёрт, дайте мне кольцо. Всё, валим отсюда. Постояли, подумали. А еще мне очень нравится то, что на заднем фоне там планетка. А это звезда смерти. Давай, крестик. Это звезда смерти, гляди. Ну, похоже, да. Вау, это точно. Эпизод, сейчас будем запускать ракету в главное ядро. Хорошо. Ты
пытаются сбить Соника, но он супер уворотливый. Где Люк Скайуокер? Нам нужна его поддержка. Вау. Нам нужен Дарк Вейдер. Это не те джедаи, которых вы ищете. Ну действительно, это стоят вот эти вот космолеты. Космолеты. Джойстик, давай космолеты, ага. А то Анька решила проморозить. Моя очередь. Видел я твою мысль. Все, иди в яйцо смерти. Так, миссия пройдена, короче. О, боже. О, классный прикид. Но... Футболка мне нравится. Очки. Бантики на руки. И шкурка рыбы. Как ты сказала, и шкурка рыбы. Easy there. Everything's cool. Are you here to rescue me? Mm-hmm. Can't tell you how much I appreciate it. It's been a while since I've seen a friendly face. Hey, Rookie, you still in one piece? Oh, sure. Don't even bother to ask how I am. Sonic! Amy? I'm so glad. Hold up, Amy. Is there an exit around here? Hey, we'll be pulling. Now get on that egg in a hurry. Your concern is touching, Knuckles. Соник наконец-то встретился с нашим аватаром. И очень здорово то, что аватар в заставке именно такой, как костюмчики. Да, в том именно костюме, в той одежде полностью, которую выбрала Анюта. Это они молодцы. То есть они получаются... Заставки скорее или генерируются на движке игры, но заставки очень отличаются от вообще игрового. Хотя не очень, да, очень похожи они. Вот, но или генерируются, или они просто записали во всех возможных вариантах. Это если записали во всех возможных вариантах, то это очень... Это... Большая, да, очень много проделали работы, ребята. Это просто кошмар, невозможно столько делать. Поэтому я думаю, что, скорее всего, используется регенерация. Регенерация. Скорее всего, просто используется на движке игры сделаны заставки. Так, ну давай, поменяй там шкурки. Я хочу тебя попросить, не шапка, короче, любая, только не это. Я хочу попросить тебя единственное, чтобы ты одела этот, футболка мне там понравилась. Все остальное за вами. Бантики. Ну бантики так бантик. Не, обувь у нас самая крутая. Вот, да, вот это вот классная футболка. Я вообще призраков обожаю. Я вспоминаю всегда Супер Марио, и мне нравится, да, мне нравятся уровни с призраками, мне нравится Каспер. О мой бог! А ну, аут-аут черная с черепами. Не видно из-за футболки твоей, да. Ну футболка крутая. Это типа под призраком находится скелет. Вообще огонь. А, мы поменяли части тела. Ага, на рыбку когда, наверное. А ну, давай попробуем зайти, кстати, вот в эти задания, посмотреть, миссии. Что там. Миссии, точно. Пройди это всем. Это что-то... вот. Ага, у нас пройдено... Бонус. Поменяй части своего тела. Это у нас сделали... бонус на опыт. Действие бонуса заканчивается через 29 минут. Пройди этап с Соником. Да, и что-нибудь запускай. Короче, поперли. На седьмой это ты играешь? Пирамида, да, ты Арсенала, играешь, а я да. даже не помню. Ты. Круто. Ты. Я. The enemy's factory is inside the pyramid. I can send reinforcements if you don't think you can handle it. No need. The two of us are more than enough. We'll blitz the place and open up a path for the resistance. Мы играем двумя, получается, персонажами сразу. Это такого я не ожидал. Эпик. О, боже мой! Обалдеть, еще и музон. Вспоминаю я сразу, когда играет такая музыка, мне что-то напомнило Crazy Taxi. Двойной рывок, они там бегут. Мы не...
не остановимы. Как-то так. Ну там unstoppable. Ага. Вау, а тут пошла миссия невыполнима. Чего-то делать. О, я могу быстрее падать, зажав крестик. Нет, вот это, блин, было обидно. Но не можешь вернуться, зажав ничего. Зажав ничего. И вот это было тоже неприятно. Нажми и держи треугольник рядом с врагами или кольцами, чтобы промчаться со скоростью молнии. Молниеносно. Треугольник. Что-то я не понял. Зажми. Да я зажал, ничего не работает. Ну ладно, тогда пока что я не разобрался, но хочу это сделать. Не зажимай тогда. Мы можем как бы, ну, за двух персонажей, видишь, ага. Она и бьет, и прыжок, и квадрат, и а вот насчет треугольника я немножко не... А, у меня нет, наверное. А как вот наверх? Ты как-то прыгала там. Треугольником. Ну, видать, нет у меня треугольника. Используем самый привычный нам способ убивания. Хомин атак. Блин, конечно, оружие я бы сменил на огнемет. Мне что-то эта плетка. Плетка? Не очень. Но она похожа на плетку. Тебе не нравятся плетки? Зайди в настройки. Может, там можно поменять плетки? Да. На огнемет. О, обалденно, квадрат. Это было больно. Это была эпичная моя ошибка. Нельзя? Нельзя. Нельзя. Ну ладно. Треугольник, вот. У этой штуки есть, ну, определенная как энергия. Давай, давай, вот это вот ты обалденно, конечно, сделала. Аэро-2, лётка. Ой, я тоже так. Да. Да. Насчет треугольника я немного не понял. Просто задерживай его. Когда она там летает. А, мы падаем. Я думаю, как нас убивают, если у нас есть кольца? Потом вспомню. Что из-за того, что мы улетаем с платформы. Что-то треугольник вот сейчас мы никак не подсвечивало. Тут вообще тебе удалось наверх попасть, блядь, понятно. Молния, может быть, набирается... Это была счастливая случайность. Не могу понять. Вот я нахожусь возле колец, нажимаю треугольник, и чудо не происходит. Блин. Ой. Это я нажал квадрат. Я тоже так квадратом улетела. Вот-вот. Квадрат вообще трогать нельзя. Эпично. Как падают. Победа. Они шикарны. Особенно хипс. Да, аватар наш круче даже, чем Соник. У нас теперь какая-то серебряная медаль. Звезда. О, шкурки новые. Да, твои любимые. Зефирка. О, это тапки вообще. Это знаешь, вот здесь... О, лянь. Сплатун. Это Сплатун, да. Это Сплатун. Something is attacking inside the Mystic Jungle. Silver is fighting him, or it, or whatever. Just hurry! Guys, it's him! I'm looking forward to a second round with this guy. С красавцем. Давай. С этим чуваком. Посмотрим на тапки. На тапки? Без тапок никуда. Да.
приставки, ты знаешь, какие-то вот эти дешевые китайские резинки. Да, давай, короче, в них. Да ну нафиг это. Курточка. Не, ну курточка неплохая, но мне кажется, призрак вообще. Сплатун. Ну не, в краске мы не попрем. Все. Посмотрели и хватит. Иногда бывает, светящийся когда, лес. Когда можно только посмотреть, но не надеть. Таинственные джунгли, это об 8, светящийся лес. Е. Там светлячки будут. О, да! Где аватар? Ой, квадрат надо. Да я просто задумалась, что это происходит. Ну ты пока раздумайся там. А я покажу, как надо нормально играть. Как ты это делаешь? Что ты делаешь вообще? Вообще я их не могу догнать. Просто Соник не настолько быстро оказался. Соник бесподобен. Ничто не может сравниться с ним в скорости. Никто и ничто. А музыка у Серёзы, когда ты быстро бежишь. Ага. Что ты предлагаешь? Не бежать, нет, это оказываются платформы, с которых нельзя падать. С которых можно упасть. Один раз. Я! Да-да, ты хитрун наверх побежала. Что, где я вообще? Я не поняла. Ай-яй-яй, так, без паники. А я такой паникер вообще. Ой-ой-ой-ой, сейчас тут попрет что-то. Ой. Вау, как он так остановил Соника. А что, ты квадрат удерживаешь? Нет. Она удерживает квадрат. Он останавливает меня, я не понимаю почему. Наверное, эти желтые штуки, я на них натыкаюсь просто. Да не, надо просто удерживать квадраты, никаких вообще проблем. Ну, у меня не получается. Обалденно рассказал я про квадрат. А, бывает. В прыжке не надо только квадрат давить, и будет все супер. Ой-ой! Когда нельзя давить квадрат? В прыжке. А вот сейчас нужно давить квадрат. Вау. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, меня заносит. Что-то из джунглей. Ну, конечно, хорошо, получил в глаз этот питон. Сейчас он себя съест. Ой. Хорошо. Не, ну Соника здесь нельзя. А откуда, конечно, он вышел-то? Через то же отверстие, через которое вошел. Ёжика пушить не надо. Ну где аватар вообще-то наш? Где он? Зачем мы ему примеряли тапки? Опа, геймер. Это серьезно. Ботинки и шкурка. Этап 9. Так, пройди этап с Соником. Ежедневная миссия завершена. Померяй одежку. Одежку? Одежку. Одежку. Держи. Мы смотрим, что у нас тут. Геймер. Не хочешь?
Так на вот. Твое усмотрение, все, что ты хочешь. За гардероб, Анют, отвечаешь у нас ты. Но вот эти, конечно, маски на лицо, это, конечно, какая-то вообще попала в игру про Соника, я не знаю, если бы они еще были... Ну, во-первых, она, по-моему, латексная, если бы она еще черного цвета была, то вообще было... Реально, вот эти кеды самые крутые. Но это кеды из Сплатун, по-моему, тоже вот эти вот. Вообще, как оно сюда перекочевало, этот стайл. Любые, они на твое усмотрение. Все, кепку поменяли нормально. Норм. Держи. Так, миссию глянуть, чего мы там выполнили. Можно L1 нажимать, и будет миссия. Заходишь сразу в нее. Понял. Так, а тут... Треугольником. Угу. Мы выполнили миссию и получили бонус на опыт. И теперь поменяй свои перчатки. Но они такие классные, там все... Хорошо, как нам попасть в самый новый этап? Это 9-й? Да. Этап 9 против Инфинит. Что это такое? Это, видать, это змея. Противник. This wasn't part of my agenda, but I'm always happy to crush a hero. It keeps the rabble in line, shows them that there is no one. Does anyone but you believe your lies? Silver, I got it from here. Well, look who's back from the dead. The little blue savior. But what's that I smell? You reek of fear. Glad to see I left an impression. That's not fear. I ran all the way over here. And you haven't left an impression. I don't know anything about you, not even your name. You may call me Infinite. In the brief moments that remain to you. Oh, great! See, Infinite? Now we're getting to know each other! So, what's your favorite color? You like long, romantic walks on the beach? What's the source of your power? You can skip the first two questions if you like. The source of my power is none of your concern. Sorry, but you've just got to share the secret of your power with me. I insist! You're insisting on me to Whoa. Whoa, 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 whoa! Sonic, you okay? Что-то плохо. Этап 9 таинственной джунгли против Инфинит. Там ну что ж, мы сражаемся. Там все такое пропустили, боже. Да ничего не... Вот оно, кто такой Инфинит. И теперь мы с ним будем сражаться. Ух ты, обалденно. Так. Инфинит очень быстрый. Соник предложил ему поделиться с Соником... Секретом силы. С секретом, да, своей силы, но Инфинит... Естественно, отказался это делать. Подрался он с Сильвером. Так, чего дальше? Чего происходит? Тут будет змейка. Поиграем в змейку. Ага. Кача! Все, я понял, нам нужно ускоряться. Ой! Не попадай в... Да, не попадай в это куда-то, в другое измерение, по-моему, я попал. Да, мы возвращаемся назад и по новой, да, бежим? Ну, такое, не. Ну, не все так и просто. Но он потихоньку уходит, конечно. Здоровьется у Инфинит. Или как он, Инфинайт? Инфинит. Инфинит? Ага. Ой, слишком много Инфинит. Заинфинился. Это нас не остановит. Надо подбирать вот эти вот круглые коробейки. Это меня задавят сейчас. Опять мы в это измерение попали. Ого! Лично. Unlike mechs, I can grow. I get more powerful every second.
I will teach you to hold that tongue next time. Следующий раз. Так что это у него хвост рука. Хвост рука, блин, ну это серьезное дело, держите. Девушка, джойстик. Молодец. Ну, неплохой был, да, босс. Ты получил супер-класс. Супер-класс. Супер-ран. И какую-то медальку. Штуку. Да я орденоносец просто. Ой. Ой. Новое устройство пыток. Сапоги резиновые. Розовые резиновые сапоги. Новая шкурка. Шкурка из... Ух ты! Из Янтеры. Морячки там. О, Анют, надо брать. Это наушники с микрофоном. О, перчатки из Ratchet & Clank. О, резиновый бык. О, прям черный там... огонек. You've improved since the last time, but you will still lose. As I predicted, you're not even worth the effort to finish off. I gotta figure out the secret of his power! Не все так просто оказалось с Инфинит. Этап 10. Мы идем в гардероб. Завис по нам. Это метелка. R2 превращает врагов в куб, из которого сыплются кольца, если его разбить. Неплохо. Подойдет нам такое оружие. Что там есть еще? Что там есть еще? У нас есть одежка. У нас есть наушник. О, гарнитура. У нас есть перчатки. Вот такие вот. Робота Вертера. Которую мы не наденем, потому что они мне не нравятся. У нас есть резиновые сапоги. Вот эта тема. И есть шкурка. А, это футболка. Ну, тебе нравятся призраки. И еще вот такая вот странная штука, которую мы, наверное, оставим. Все, как супер. Как скажешь. Готово. Поменяй свои перчатки. Ну, мы-то не поменяли их, просто примерили. Но выполнили миссию. Можно посмотреть, что мы получили. Этап 10? Получили замесию. Получили бонус опыта. Все. Этап 10. Да. Зеленые холмы. Наконец-то. It's like the world needs a Sonic. Any Sonic to keep things in balance. If we defeat Eggman, this war will be over. If we can figure out the secret to his power, maybe we can get you home. Hey, the sensor is picking up Eggman. Let's hurry. Поспешим в зеленые холмы. Зеленые холмы, зеленые холмы. Да, надо. Хорошо, что два раза написали, а то с первого раза мы не поняли, куда мы отправляемся. Это, наверное, зеленые холмы, как думаешь? Я думаю, наверное, в зеленые холмы. Ой, это первый уровень с первого и второго. Ну, с оригинальных Соника. Первого, второго. Да, из первого, второго Соника. Только теперь они в полном 3D. Ей! Меня камни останавливают. Я не могу. Ой, ой, ой. Приупала. Что за шарик? О, понятно. А это что? Ой. Я как будто никогда не играла в Соника, знаешь? Почему ты мне не отвечаешь? Знаю, Аня, знаю. Да, просто не знаю, что сказать. Все очень клево, ностальгия. Да, если бы я в детстве играл в такого Соника, челюсть бы моя до сих пор бы на полу где-то лежала, то есть, от удивления. Потому что, ну...
Да, представляю, картинка, если бы такое там вышло. Красивейшая. Если бы можно... Там, Анют, если бы можно было там допрыгнуть, вообще бы было феерия. Вернуться в прошлое и показать всем. Представь, там кто-то на Сеге играет, и ты тут такой достаешь именно Соника. Да. Именно Соника. До смерти. Да, Соника достаешь смерти. Такой Соника из кармана. И достаешь из широких штанин, все возмущенно кричат гражданин. Уберите Соника обратно. Что? 2017 год. А, никак, ну что ты доколебалась до этой пружинки, блядь. Я просто смеюсь, не могу. Не могу. Я просто смеюсь, не могу. Так ты смеешься или не можешь? Не могу. Мои платформу. А то я часто промахиваю. Ой. Ой, дайте ну, мне крестик, кольцо, да? Кольцо. Крестик, блин, дави крестиком. Крестом, Ихань, крестом. Мне нужно кольцо. Почему звук такой у этих падающих? У этих падающих, не знаю. Ну, скорость, конечно, супер. Серьезно, скорость? Да. Если бы Анюта не давила просто еще назад аналог, когда бежит вперед. У меня нету скорости. Да. Если бы Аня не давила аналог, то она бы раньше оказалась... Так, а что если наверх? Ага, наверх никак. Как? Никак. Да, я думал, на платформу запрыгнуть получится, вот у которой качается, но нет. Немножко другое управление. Эй, это ж классический Соник. Упс. 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 Даже бы мой эпичный прыжок по рыбам там не спас. I do it again. От падения в пропасть. I did it. You did it? I don't understand. Who did it? Who did it? Who did it? О, сигнал Эггмана поблизости. Be careful. Спасибо, что дошла, да. Давайте, у меня теперь джойстик. Ха-ха-ха-ха-ха. О, как смешно. Ух ты, даже эску получили какими-то неведомыми путями. Это вам не резидент, тут эски раздают налево и направо. Ничего себе, горнолыжные очки. Или очки сноубордиста. И шлёпки, которые я не люблю, это вьетнамки. Вьетнамки. Они меня бесят. А еще мы получили шкурку тюремщика и платок слюняв. И браслет зеленый и еще шкурку. Пойдем мерить. Занимайтесь. Пример. Мерять, меня опа, не пускают. Там сигнал. Там сос. Тюремный зал. Вот зачем нам шкурка тюремщика. Подожди, что это? Это шлем пожарника или что? Ага, шлем шахтера это. Хорошо. Так. Не, мы будем смотреть на ее глаза, то как-то это не хотела очень. Залепить глаза этими очками черными. Что это за зеленые с коготками? Прикольно. Чё, поменяем, наконец, перчатки. Шлёпки. Вьетнамки. Вьетнамки. О, мой бог. Может, вот эти во вьетнамках она выглядит победителем по жизни просто. Вот так вот тут мы сделаем. Как сделаете, так и сделаете. Надо что-то менять. Шар. Ну, какой-то слюнявый. Она как будто голая, потому что ее основной цвет бежевый. Обмоталась этой белой лентой. Туалетная бумага, в смысле, ты хотела сказать? Туалетной бумагой. Мы так и не попробовали использовать, кстати, ее вот этот новый аппарат. Куда мы там идем? Ну, новый этап 11, наверное, я даже не помню. Тюремный зал. Получен сигнал СОС от сопротивления. Поспеши к этапу СОС.
красных миссиях Сокс, используя Лотара, отправившего сигнал и... О прохождении этапа. Возьми с собой его Виспа. На зеленых миссиях Сокс, используя Аватара, отправившего сигнал о прохождении этапа, как Аватара на прокат. В синих миссиях Грэза Соника или Аватара для спасения Аватара, отправившего сигнал. Его держат внутри. Интересно. У нас красная миссия, значит, кем мы играем? Мы играем Аватара, отправившего сигнал о прохождении этапа. И взять его Виспа надо. Какой кошмар. Че, интересно, давай. А мне он не нравится. Ты играешь вообще-то. Да? Да. Здорово. Северный Орлен. Listen up, rookie. Our other forces are busy dealing with enemies. А, мы играем этим. Нашим. Да, чуть я не уловил. Мы, наверное, будем спасать того аватара из тюремного заключения. Какие у нас тут вообще кнопки? За что отвечают? А нажми L2. L2? А, L2 он переключился. У него виспан вот эта молния. Ну такое это молния, я тебе скажу. Наш... О, квадратик. Кубичек. Кубчик. Боет. Опять эта музыка классная, которая мне нравится. О, это мы тут были. Эй. Ну чё, неплохо. Конечно, были, а как же? Только я не понял, как мы спасаем, если он с нами бежит, этот аватар. Ну мы его не спасаем, мы просто вместе с ним играем. Проходим. Ага. Ну, здорово то, что, конечно, можно им побегать. Да, это кто-то создал такого аватара. Вот это интересно, конечно, они идею. Реализовали, что ты можешь играть за аватаров других. Ой, как классно! Он просто особо ничем не отличается, вот в чем. Ага. Соль. Просто шкуркой отличается. И своим виспаном. Да что ж такое? Да, заруби всех плеткой. Run. Ха-ха-ха! Да, не достанешь! А чего, треугольник? Нет, он работает на самом первом виспане. Ой, понятненько. С кубиком он не катит. Подсказка, треугольник для создания платформы. Ты можешь делать это во время прыжка. С помощью виспана куба. Ага. Вот. Так. Это читеровский у нас персонаж опять получается. Как я люблю. Читерских персонажей, а тут что-то не катит. Все. Это подстава. Это подстава, не то слово. Нам кранты, нам всем кранты. Каранты. Ой-ой! Попал под луч. Попал смерти. Под раздачу. Так, понятно. Ну такое. Переигрывать те же самые уровни, честно говоря, не особо в кайф. Хоть там, хоть миллион там аватаров этих, дай. Дай. Почему не показали его вместе с нашим в конце? Было бы эпично. А, того аватара. Ты смотри, там S прошел и сколько еще там очков. Кошмар. Ты просто герой, что это такое? О боже, маска дракона. Окуляр. И туфли. Тухли. Тухли. И майка с этим, как его, Тейлзом. Для фанатов. И еще новый виспан. И плащ розовый.
Аладдин кисноском Аладдина. Вау. Кисноском Аладдина, именно это, именно Аладдина, да, носок, понятно. Я имею в виду носок, а ну, я как понял, нога. Да, да, да. Как нога, на, как нога у Аладдина, да, носок. Давай, дави крестик дальше, смотрим. Удлиненный и закрученный, и паутина, шкурка с паутиной. Хорошо, как скажешь. О, так, боже. До свидания. Это вызов. Ага, вызов. Все, хватит нам где этих на, вызовов. Где у нас там новые миссии? Потому что вот эти вот переигрывать что-то такое. О, это у нас был такой, а, теперь у он... у нас Виспан увеличивает скорость сбора колец и выставляет защитный барьер. То есть мы, пройдя миссию, получили какое-то усовершенствование. Ага. Виспан. И вот с этим мы можем и... прыгать треугольником. Оставим его, да? Так, что да. Нам тут? О, маски из Крэш Бандикута. Аку вернулся. Монокль, серьезно. Не, это Ука-Ука будет. Вот это вообще. О, а ну с крыльями ты будешь это вообще не непобедимым. Это не Аладдина, это Дракула из сапожки. Иду. Серьезное дело. Что у нас тут с телом? У нас есть плащ. Мега-плащ и пояс борца. Так, а где штаны? А, ну штанов уже не было. Господи. То есть у нас аватар, главный герой, пробежал всю игру без штанов. Ну, как обычно это бывает, когда, так сказать, начинается апокалипсис, да, и тебя выдергивает. Что, неплохо в итоге, Лянь, у нас получилось? Да, может... Не, браслетики пусть будут. Аватар. Все, играй. Ладно, что мы проходим дальше? Вот это, сюжеточку. Да? Не, не второй этап. Не, а, х... это не надо переиграть. Миссия. Треугольник, а... запускай. Подожди. Этап 12 где-то ты. 11 против Эггмана. Че, мы еще сейчас будем а с боссом? Конец. Disposal of the Phantom Ruby prototypes is complete. It was a defective model. It could only record the DNA of the one that triggered it. Only a being with my strength of will could ever activate it. It doesn't matter now, with the lab locked down in Mystic Jungle. Which reminds me, didn't you run into Sonic there after he escaped? Yes, but he was powerless against me. There is no need for concern. You let the Hedgehog live? That is a great source of concern! For you, perhaps. He has beaten you for decades, yet I defeated him in our first encounter. Phantom Ruby prototypes? And Sonic is alive? What is it? Nothing. We move forward with the plan. Of course! When it's complete, the resistance will be erased. The world will be nothing but ashes, from which a glorious Eggman Empire will rise. And the resistance will yield to the Phantom Ruby's power. All will submit. What? You! I don't have time for this. Этап 11. Зеленые холмы против Эггмана. Холмы против Эггмана. Ой-ой-ой. Ой-ой. Вообще, Эггман сказал, что у него нет на это времени, но убежать ему не удалось от Соника. И мы победили его. Нет, да, нет. Да, по-моему, это еще не конец. Мы не победили его. Яйца-дракон. О, нет, это серьезно. Ну, было бы эпичнее, если бы его звали Дракона-яйца. Ой. Ой-ой. Ну, как скажешь, они. Ой. Ой-ой. Это конец. Нельзя его отбить. О, отбить. Можно. Его даже нужно отбить для того, чтобы нанести удар Эггману.
Точнее, удар яйца дракону. А нюда у тебя получается? Ну такое. Яйца дракон. Я думал, он непобедим. Ты что, меня успокаиваешь, что ли? Я тебя приободряю. И... Он просто не попадает, если... Ага, если он не напротив этого да. камня. Ну, по-моему, там достаточно, ты ему нанесла урона. Победа? Холмы победили! Новый повержен... Босс. Босс. И заработана медаль. И получили мы какую-то инопланетскую. Вау, вот эти неплохие ботинки, кстати. Так, за завершение миссии... Черная футболка стояла за... И... Цепь и перчатки, и розовые ВД. Ой, бинты. Новая шкурка. Ну что ж, друзья, очередной этап завершен. И завершен очередной эпизод. Огромное спасибо всем за просмотр. Для вас играл Андрей Броски. И Анюта. Всем пока. Пока.